Коже Грант. Обычно его так зовут. Мало кто имел шанс его повстречать. Понял. Вы его встречали? Да. На автостраде номер 60. Кстати, это его стиль. Он сам решает, кому встретиться. Он возникает совершенно случайно, и вы не знаете, кто он и что он, пока он не выполнит ваше желание. Правда, он все больше проказит, такой уж характер. Но иногда, если понравитесь, он играет по-честному. Итак, все началось на мой день рождения. Я пожелал ответа на мою жизнь. Вы не спите, Нил. Может быть, впервые в своей жизни. Есть работа, если хотите. Проехать по стране и доставить посылку. Езжайте по автостраде номер 60. Будет время посетить разные города, встретиться с людьми, осмотреться, услышать разные байки. Встречи в пути. Дорожные истории. Как найти автостраду, которая не существует? Я решил поискать там, где она могла бы быть. О, же Грант. Нил Оливер. Странное совпадение, что мы встретились. Если верить в совпадение, предпочитаю неизбежность. Любое событие неизбежно, иначе его бы не случилось. На этой дороге прошлое, настоящее, будущее, если и может быть, сходятся вместе и перемешиваются. Я просто на нее настроен. Вот и все. Вам нужен не адвокат, вам нужен хороший адвокат. Ади, вы в курсе, что обвинение против мистера Оливера не только ложно, но что судья, истец и все остальные это знают? Так всегда в сказках. Прекрасный принц спасает принцессу из темницы. Я пожелал вот это. Он дает ответы. Правильные ответы? Пока да. Подозреваемый белый мужчина. Его видели на красном БМВ с откидным верхом на автостраде 60. Да, детская мысль идти за своей мечтой. Обожаю эту дорогу.